Маккейн, ты случайно не рядом с центром? Да, шеф, а что? Мы получили информацию о том, что бандиты пытаются похитить Фореста Блэквелла. Они загнали его на крышу здания в центре города рядом с музеем науки. Уже еду, шеф. Подкрепление выслали? Да, но когда они доберутся, уже будет слишком поздно. Поторопись! Портить отношения с Форестом Блэквеллом не входит в мои планы. Если замешкаешься, то с завтрашнего дня будешь полицейским собакам честь отдавать! Мне нужно найти заливщик синей краски.
А вот и Блэквелл. Меня похищают! Против моей воли! Меня кто-нибудь слышит? Ага, я слышу. А вас, похитители, попрошу помолчать. Остановите его! Работы мне не дали. Ого, вот это было круто! Дэйв! Дэйв! Оу! Смотри-ка, навес. Будь это боевик, кто-нибудь обязательно упал бы на него. Вот это больно! Хуже уже точно быть не может. О, милосердные небеса! Наконец-то! Арестуйте этих людей! Хватай его! Так его, покажите ему, где раки зимуют. Отличную связочку вы провели.
Эту порку он еще долго не забудет. Превосходно! Все по-честному! Спасибо, юноша! А я уж подумал, что обречен! Не в мою смену, сэр! К ним может подоспеть подмога, поэтому нам надо поторопиться. Моя машина должна быть неподалеку. Прости за опоздание, Чейз. Похоже, ты и без нас отлично справился. Юноша, в полицейском участке будет безопаснее. Вы не могли бы подвести меня? А то я еще не оправился от шока. Поезжай. Я передам шефу, что мистер Блэквелл в безопасности. Мы останемся здесь и повяжем членов банды. Спасибо. Мне ужасно неловко, ведь я даже не знаю, как вас зовут. Чейз. Чейз Маккейн. Мы раньше не встречались. Чейз Маккейн. Да уж. Мир тесен и порой даже очень. Знаете, я буквально на днях говорил о вас с одним моим знакомым. О том, как вы арестовали бешеного Рекса. А он не думает, что это заслуга шефа Данби? О, нет. Кое-кто из нас имеет более незамутненный взгляд на те события. Обидно, что Рекс снова на свободе. Кто знает, какие еще злодеяния он может совершить. Да уж, так кто же были эти люди? Гринписовцы, без сомнения. Они меня просто ненавидят. Почему? А вы не в курсе? Я-то думал, что уже всем известно. Обычное человеческое недопонимание, о котором я даже вспоминать не хочу. Самое главное, вы в безопасности. Да, мне нужно поговорить с теми, кто за нее отвечает. Это очень мило с вашей стороны. Примиленько катаемся, надо признать. Вы избрали Приехали. Мистер Блэквелл, я так рад, что вы невредимы! Я не мог сомкнуть глаз! Еще раз спасибо, Чейз. А вы что? Обычно спите на работе? Ну, давайте зайдем внутрь. Спасибо. Прощайте, Чейз Маккейн. Веселый получился день. Да я поэт. Наталья! Мне может. Повторяю, может понадобиться твоя помощь. Я проверила все кабинеты Чана, но не нашла папу. Ну и? Я решила поискать на свалке Чана. И теперь мне отсюда не выбраться. Что? Я запаниковала. Чейз, это же мой папа. А если Чан тебя схватит? Все под контролем. Я спряталась как следует. Эй, чьи это ноги торчат из-под занавески? На помощь! Наталья? Наталья! Элли, мне нужна твоя помощь, и шеф не должен об этом знать. Говори. Наталья попала в беду на свалке Чана, и мне понадобится подкрепление, чтобы вытащить ее. Наталья Ковальски? Что ты там задумал? Это длинная история. Поможешь? Конечно. Я знаю пару полицейских, которые не прочь поработать в обход шефа. Я скажу им, что ты будешь ждать их рядом со свалкой. И скажу им, чтобы они прихватили какую-нибудь одежду. Мы же не хотим, чтобы Чан тебя узнал. Спасибо, Элли. Ты даже не представляешь, насколько это для меня важно. Ah!
Хорошая у вас машина. Беру. Экстренный случай!